28 июля 2023 года заступили на маршрут патрулирования ППГ-974. Примерно в 14:30, проезжая мимо дамбы на несанкционированном водоеме возле городского пляжа, нашим нарядом была замечена тонущая женщина и кричащая о помощи. Нами было принято незамедлительное решение спасти данную женщину. Я, сняв с себя форму, передав ее напарнику, прыгнул в воду. Подплыв к ней сзади, схватил ее за плечо и направился в сторону берега. Выйдя на берег, установили ее личность и предложили вызвать бригаду скорой медицинской помощи, но она отказалась. Убедившись, что с ней все в порядке, по ее просьбе довезли ее до ближайшей автобусной остановки и продолжили нести службу по маршруту патрулирования.